Светлана, скажите, пожалуйста, почему вы решили участвовать вот в программе «Как продавать дорого при помощи своей уникальности»? Я давно к вам присматривалась в течение года, я читала вашу рассылку, следила за вашими успехами и за успехами ваших клиенток. Я давно уже поняла, что мне тоже нужен такой коуч в сфере бизнеса, потому что я никогда бизнес свой не создавала, всегда работала по найму. Но с приходом в целительство, в тета-хилинг, у меня такая необходимость назрела, я поняла, что у меня определенных навыков нет, и для меня было большим откровением, что это никакой не дар свыше, что абсолютно любая женщина может в себе эти навыки воспитать, создать, смастерить и успешно их применять в жизни. И самый большой вот прорыв в вашем бизнесе за время обучения? Поменялось мое послание, во-первых, я начала быть ближе к людям, ближе к клиентам, и начала разговаривать на их языке, то есть я приземлилась от духовных технологий на язык обычных людей, а это как раз и было таким препятствием, когда человек, ну, все чувствует на уровне энергии, но объяснить это не может. Я смогла им объяснять на их языке. Второй момент – это был прорыв по деньгам. Если раньше доход составлял в районе 5000 в месяц, то потом это уже стало на программе там, и 40, и 60 тысяч в месяц. В целом за программу я заработала 120 тысяч на тета-хилинг. Светлана, вот если говорить по количеству клиентов, то что с этим произошло? Количество клиентов увеличилось, перешли некоторые подписчики в клиентов, то есть они стали активно общаться, активно взаимодействовать, стали задавать вопросы. Как следствие того, что я стала ближе к людям, люди уже перестали, ну, бояться. И стало больше тех людей, которые готовы постоянно длительно работать. Ну вот если больше, то это вот сколько? Если раньше это было 1-2 клиента в месяц, то сейчас получается порядка 5-10, ну это вот когда разовые сессии были, а если длительные клиенты, то их, наверное, уже в районе 3-4, но они длительные, то есть они сразу же заведомо с тобой работают месяц, тебе не надо бегать искать там 5 людей. А у тебя есть один человек, допустим, на 6-7 сессий. Если бы вы разговаривали вот с кем-то, кто хотел бы поступить на программу «Как продавать дорого при помощи своей уникальности», и, ну, как бы вот он не решался, то какую одну вещь вы хотели бы ему сказать? Я бы ему сказала, что это классная вещь, чтобы раскрыть свой истинный потенциал, потому что мы не видим, что мы на самом деле из себя представляем. Сопровождение опытного коуча, опытного человека, особенно в бизнесе, оно способно настолько раскрутить твой бизнес, что это просто небо и земля.